Офис во Франкфурте открывает крупнейшая компания Азии Smart Karma. В соответствии с директивой Евросоюза о рынках финансовых инструментов, компания предлагает инвестиционные исследования, которые выполняют 400 независимых исследовательских организаций европейских стран. На платформе компании публикуется около 30 анализов в день, затрагивающих 2700 компаний на 15 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Аналитики Smart Karma часто фокусируются на недостаточно представленных областях, включая анализ IPO, M&A и специальных ситуаций, а также исследования компаний малого и среднего бизнеса. На платформе Smart Karma менеджеры по управлению активами могут в режиме реального времени иметь доступ к полному спектру исследовательских услуг, от информации до заказа аналитиков, финансовых моделей и проектов.